Богу, что сегодня погода такая. Встреча у нас с братьями, с верующими. Я рад такой, я уже давно этого хотел и давно жду, чтобы скорее встречаться. Брат Эдуард, слава Богу, уже второй раз приехал. С гостинцами приехал, слава Богу. Так рады встретить его. Великая радость для наших братьев и сестер, когда мы приходим к ним, посещаем их и служим им. Сегодня в Страстной четверг мы проводим его вместе с нашими драгоценными братьями и сестрами, служа им. Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям страдающим в мире помочь. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему, моему Христу одному. Молодец. Молодец. Ты так красиво поешь. Я уверен, что вот такие приезды, посещения наших братьев, которые вдалеке от церкви, вдалеке от цивилизации, для них является огромным благословением. Они, конечно, очень радушно нас принимали сегодня. Мы провели хорошее время, благословенное время. Когда ты приходишь сюда, когда ты начинаешь смотреть на все, что окружает тебя, ты начинаешь осознавать, насколько мало надо в жизни человеку и достаточно того, чтобы просто примириться со Христом. И вот в этих суровых условиях жизни люди находят полное благословение для себя, чтобы служить Богу, исполнить волю Божью и оставаться в Божьем призвании, в Божьем предназначении там, где они есть.